До свидания. Чё? Идём, короче, прилетели из Калининграда в Новосибирск. Толмачёво. Апрель месяц, 22-й год. Идём в терминал, сейчас покажу вам. Старый терминал и новый. Вот наша Airbus A320 Neo. 5,5 часа летели прямым рейсом. А сейчас там на Южно-Сахалинск вылеты. Вон стоит Airbus A321 Южно-Сахалинск на Владивосток, на Хабаровск, Благовещенск, Магадан. Все, идем в терминал снимать, обозревать старый терминал. Скоро откроют новый по осени. Пока идем в старый через багажное отделение, как всегда. Багажное. Вот обозреваю, пока еще не вышел. Сейчас выйду. Вот идет поток людей из Калининграда. Мы прилетели в Толмачево. Все, что, идем. Ну что, все без изменений, блин. Все без изменений. Буду обозревать старый аэропорт Новосибирска. Сделаем полноценный обзор сразу. Вот оттуда мы выходили. Не, ну мы идем дальше. Такое сделаю, запилю обзорчик сейчас. Ну, все, все. Привет, Новосибирск. Новосибирску. Это выходы на посадку. Вот это вот уже идут. А это оттуда прибываем мы. Самолет, он багажный отсек, отделение. Там багаж получают. Здесь стойки ЮТРа, по-моему. Если я не ошибаюсь, на Сургут летит отсюда вот. Еще куда-то. Много рейсов, вылетов. Ну вот старый терминал, он как-то ближе и роднее все-таки. Новый там стоит уже. Сейчас я выйду на улицу и все вам покажу.
Вот пока обозреваем. Здесь кто не знает, да походу все знают, кто был в Новосибирске. Здесь стойки I-7 в Сибири. Тут их много здесь, регистрационные. Стойки, короче. Короче, давай идем в следующее крыло. О, Новосибирск, мой родной, да. Туда я поднимусь вам в следующем обзоре, все сделаю и покажу. Вот выходы на посадку. Это все будет потом. Прослеживайте. Все будет, я все запилю. Это авиакасса. Вот так. В ух упал ребенок. Цены, но здесь дешевле. Слушай, у нас в Калининграде по 150 воды, бля, здесь по 100. Отсюда я выходил сейчас. Сейчас покажу. Отсюда я выходил. Фу, жарко в аэропорту. В аэропорту жарко, да. Ну все, идем, обозреваем аэропорт, терминал Толмачёва. Мотоцикл. Хау Бравин. Спальное место отсюда, вот здесь оно стояло. Убрали его. А что его убрали? А где спать? Thank you.
тоже вылеты. Международному сектору, впрочем. Вот, Новосибирск. Международный сектор. Фу, как жарко, я вспотел, блин. Давай же на русский переводи. На Душанбе, Худжанд, Нур-Султан есть вылеты. На Ош, Фергана, на Бишкек, на Дубай. Ну ясно, что. Что, сейчас на улицу выйду, покажу новый терминал, как его отгрохали. Пока еще работает старый. Не, ну чё, снега нет, тепло. Нормально в апреле. Снега нема. Ага, я тебя понял. Короче, давай, я буду здесь. Вот он, красавец, стоит недостроенный. Я его потом сниму, покажу уже более-менее в лучшем виде, с другой стороны, вид в профиль сделаю, да и так. Мне не холодно, что нормально. Идем, идем, идем. Тепло на улице. Сегодня было здесь плюс 14. Ну вот он, какой терминал бахает. Все, на этом буду заканчивать. Вот такой вот обзорчик будет. Еще, наверное, обзор сделаю. Всем приятных полетов, авиакомпания Seven Сибири.